Здравствуйте! Рада приветствовать вас на своей странице Ассоциации репетиторов. Меня зовут Анастасия Евгеньевна, и я репетитор по русскому языку. По образованию я филолог, а вы спросите, чем же это отличается от специальности лингвиста. Так вот, лингвист – это специалист, который изучает сразу несколько языков, филолог же выбирает один и максимально погружается в него. В своей репетиторской деятельности я специализируюсь на подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и итоговому декабрьскому сочинению. И каждый год мои ученики успешно поступают в выбранные ими вузы и лицеи. Как же проходят занятия? Мы сначала разбираем правила, потом тренируемся в его применении. Но так как мы все с вами разные, процесс запоминания у каждого свой, я задействую сразу три вида памяти у детей. Это визуальное смотрим, аудиальное слышим и моторное записываем. Мы сначала рассматриваем таблицу с правилом, потом мы ее проговариваем, а дальше дети записывают. Я считаю, такой подход уже 80% успеха в запоминании, а это очень важно. Все остальное – это немножечко доучить то, что не уложилось на занятии, ну, например, исключение из правил. А самым главным навыком у учеников я считаю самостоятельность. Ведь на занятии они чувствуют от меня поддержку, они полны уверенности, они могут получить ответ на любой вопрос мгновенно. А вот оставшись с сложными заданиями наедине, они иногда попадают в просак просто из-за растерянности. Чтобы это побороть, я даю им домашнее задание. Во-первых, это позволяет закрепить уже пройденный материал. А во-вторых, вырабатывает тот самый навык самостоятельности, что безусловно понадобится на экзамене. Вот уже 3 года, как мои ученики не тратят время на дорогу ко мне. Они просто подключаются в Zoom. И, как показывает моя личная практика, это даже эффективнее, чем классические офлайн занятия. Обращайтесь, буду рада видеть ваших детей в ряду своих учеников. До встречи!